Ребята, всем огромный привет! Вы на канале Кор Захудеет, и сегодня мы с вами вместе ужинаем. Я только что пришла с работы, быстренько накрыла и организовала нам такой стол. Сегодня у нас две куриные отбивные и помидорки. Давайте помидорки посолим. Я только что пришла, и Симба сразу начал требовать свою порцию корма, потому что работала я сегодня не дома, кушаю стоя. Так. По-моему, я съела Симбин волос. Ну ладно. Эту отбивную мне привезли на работе. Безумно вкусно. На работе в обед у меня был булгур и огурчики. Помидоры очень сочные. Я, честно говоря, читаю комментарии, вижу, что у меня небольшой хейт появляется на странице. Из-за того, что я набрала вес, некоторые комментарии я вовсе удаляю. Потому что есть принцип толпы. Один негативный комментарий кто-то напишет, другой поддержит, и череда негативных комментариев, она продолжится. А мне этот негатив ни к чему. Кто не знает или кто впервые на моем канале, у меня нет щитовидной железы, у меня был рак. И поэтому на текущий момент мне абсолютно все равно, кто что напишет. Людей, которые будут писать комментарии о моем весе, о моей внешности. Если эти люди будут перегибать палку, они пойдут в блог. Поэтому давайте будем толерантны. Каждый справляется со своими проблемами эмоционального характера, и не только по-разному. Я ем. Это как бы мой минус, я его признаю. И иногда я переедаю. Это факт. Поэтому не будем о плохом. Я буду стараться каждый день снимать видео. Сегодня, честно говоря, было так холодно. Я всю ночь спала. С ощущением, что мне очень холодно, но я не проснулась, чтобы накрыться. Потому что у меня есть два пледа. Есть супер теплый. И есть летний, который я здесь купила, когда приехала. Когда я засыпала, мне летнего пледа хватало. А сейчас ночи начинают быть холодными, а здесь, в этой квартире, здесь нет центрального отопления. Что ты смотришь? Ты уже свою порцию получил еды.
Когда я пришла, я начала быстрее греть еду, ну, чтобы поставить и быстрее заснять для вас. Он так начинал со мной ругаться, что я ему еду сразу не наложила. Вот, карма. Вот. Вернемся к пледам. Я всю ночь, я помню, что я в таком полудреме была, и мне постоянно хотелось накрыться. В итоге утром я проснулась, у меня настроения не было, потому что я не выспалась, потому что мне было холодно. Вечно голодная душа. Вот. Даже не помню, что еще хотела сегодня сказать. Сегодня я целый день на ПП. Вот я вернулась и ничего лишнего не съела. Я прям с собой горжусь, честно говоря. Сейчас закончу, смонтирую, выложу. Хочу еще сесть почитать книгу и пойду спать. Бубочка ты моя. Пока будем снимать стоя, нельзя. Последний кусочек. Все, ребят, я поужинала. Было очень вкусно. Съемка какая-то темная, честно говоря. Ну, протестируем. Может, я куплю сюда лампу. Обязательно, если вы хотите поддержать канал, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте обязательно. Это будет повышать активность и мой стимул снимать больше. На этом все. Всем пока.